5 ноября в рамках открытого первенства Московской области среди юношей 2002-2003 годов рождения состоялась игра второго тура между командами хоккейного клуба «Зарайск» и хоккейного клуба «Русь» город Кленово. Первую встречу первенства команда «Зарайска» проводила на выезде в Орехово-Зуево и одержала победу. В «Зарайске» же для наших спортсменов был первый домашний матч, особенный для каждого игрока. У ребят появилась возможность показать своим болельщикам лучшую игру, что они и сделали, одержав уверенную победу над гостями из Подольска. На протяжении всей игры хозяева площадки не дали болельщикам усомниться в своем превосходстве. Комбинационный хоккей и 15 голов от команды с гербом «Зарайска» на майках. Итоговый счет матча 15-5. Разгромная победа юниорской команды хоккейного клуба «Зарайск». Валерия Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.